продолжение истории. Начинается вторая часть. Почему меня мама не любит? Я же такая милая девочка, она так вот любит. Какая моя кукольная комнатка. Вот зачем у моей сестры. Ха-ха-ха, она лошара. Ха-ха-ха. Так, доченька, ну как тебе моя твоя комнатка? Мамочка, мне очень нравится, спасибо за комнатку. Доченька, все для тебя, все как ты хотела. А иголки, батла иголки. Хорошо, сейчас принесу. Так, несу игрушки. Так, где там коробочка? А вон там коробочка. Так, достаем коробочку и вытаскиваем туда игрушки. Так, все, достала тебе игрушки. Вот тебе все игрушки. Мышка, котик и мячик. Какие миленькие. Ох ты. Мышки, я буду с ними играть. Ля-ля-ля. Давай я лучше сразу. Мама, научу ходить, хочешь? Давай, я сейчас тебя возьму. Так, дочка, время учения научиться ходить. Вставай, попробуй встать с кровати, хорошо? Ну, мама, я же совсем не умею. Я не хочу ходить. Доченька. Так. Тебе надо научиться ходить, дочка, ну пожалуйста. А за конфетку? О, за конфетку сейчас попробую. Так. Ты встала? Еще чуть-чуть-то. Все. Ура, ты встала, доченька, молодец. Ты очень классная, кстати. Молодец, доченька. Ты встала, ура. Да, мамочка, я научилась стоять. Понимаю. Ой,